Следователи закончили выяснять обстоятельства убийства, которое совершили двое молодых людей. Прошлой зимой два друга напали на случайную прохожую в Екатеринбурге. Что здесь произошло? Убийство. Где конкретно оно произошло? Замятина 23, получается. Сначала друзья хотели похитить у продавца киоска Роспечати сумку, но один из них неожиданно достал нож. После ударов раненая женщина сумела добраться до ближайшего подъезда, но на помощь позвать никого не успела, скончалась от порезов. Задержанных обвиняют сразу по нескольким статьям. Выяснилось, что раньше они также попадали в поле зрения полицейских.